Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. На съемках присутствовала звездная гостья Наташа Ионова «Глюкоза». Из бывших участников пришли Кристина Дерябина, Ирина Александровна Агибалова и Семен Фролов. На ток-шоу обсуждались следующие темы. Поговорили об отношениях Марины Африкантовой и Андрея Чуева. Марина сказала, что все-таки хочет быть с Чуевым, и в итоге они помирились. Мама Марины, Татьяна Владимировна, приняла решение уйти и не мешать молодым. Она сказала, что вернется, когда у Марины с Андреем родится ребенок. Также Андрей Чуев заявил, что начинает грандиозную стройку для того, чтобы сдержать обещания, данные ребятам. Напомним вам, что Андрей, который выиграл конкурс «Человек года 2015», обещал поделиться выигрышем с другими участниками и выделить квартиры Жене Кузину, Андрею Черкасову, Ольге Васильевне Габозовой и Вике Романец. Также на ток-шоу поговорили об отношениях Глеба и Оли Жемчуговых. Обсудили эпизод совместной ночевки Глеба с Викой Романец. Вике пришлось ночевать вместе с Глебом в одном бунгало, так как она поменялась местами с Федей Стрелковым, потому что тому срочно понадобилось воссоединиться с Кристиной Лисковец. Глеб на ток-шоу оправдывался, орал на всех, говорил, что его общение на острове перекручивают. Вика Романец объяснила своим подписчикам, что ее отношения с Глебом могут быть только дружескими. Она написала: «В моей жизни есть табу, это женатые мужчины. Зарубите мое табу себе на носу». В ближайшее время Вика возвращается на поляну. Она говорит, что клип сняли, остров это, конечно, здорово, но не для одиночек. Вика хочет цветов, страсти и поцелуев. А на поляне, как вы помните, был массовый мужской приход. Из 5 парней оставили 4. В сети появились их новые фотографии. Дмитрий пришел к Вике Романец, но Вика бурного восторга от его прихода не выразила. Это новые участники Влад и Виталий. Владу хоть и 21 год, но он понравился всей женской спальне, а Виталий – это бывший парень Таты. Про Илью Белова появилось сразу много плохих слухов, парень стал защищаться. «Мои сладкие, мне абсолютно плевать на ваше мнение, в том числе на мнение нескольких баб с поляны. Двуличные, стрёмные старушки. Катя Гужвинская, к которой я пришел, самая адекватная и спокойная девушка. Вове с ней повезло, не хочу лезть в отношения, но все зависит от Кати». Алиса Кошелева по прозвищу Селфи опять говорит об уходе. «Дорогие друзья, я жду утра, чтобы уйти из Дома 2. Косте я голые фотки не отправляла, с Коляном я не сплю и вообще ни с кем не сплю». Ольге Жемчуговой исполнилось 23 года. Ее день рождения отметили на поляне. Любимый муж тоже не забыл о ней и поздравил Олю в соцсетях. «Моя любимая птичка, моя принцесса, моя жена, моя душа, сердечко мое, мой гражданин-начальник, моя девочка-припевочка, моя подарочек судьбы, с днем рождения, Жемчугова». Интересно, что Глеб подарил жене помимо красивых слов. Мы тоже поздравляем Ольгу с днем рождения. Кристине Лисковец, которая находится на Сейшелах, нужно подумать о своем психическом здоровье. Парни довели ее до истерики, и ведущим пришлось отправить девушку на выходной. Кристина пишет: «Мое настроение меняется со скоростью света. У меня случилась истерика, я плакала как никогда». На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!